їда, це можна кушати. Да, я сейчас спою свою любимую песню. На стихи, правда, уже Елены Новиковой, с которой мы вообще затевали парадокс. Это было давно. Это была правда. Доброжелатели. Доброжелатели не спят и не молчат. Они все слышат и всю правду говорят. Их выводы линейны и ясны. Вокруг живут, а у меня есть только Yeah.
Ну, я рада, что вам понравилось, потому что это музыка для узких кругов. Я так думаю, да? Нет, именно для небольших таких дружеских, понимающих кругов. Ну да. Ну, камеру последнюю, да. Куда-нибудь ее отправить поглубже в какой-нибудь угол забиться и постараться забыться. На время забыться, время лечит, наверное, лечит. Но повороты судьбы иногда там калечат, иногда отнимают последние силы. И подняться так трудно, и жить так постыло. Потом смотрю на звезды, прихожу в себя, нахожу опору где-то внутри, в глубине своей натуры. И мне хочется верить, так хочется верить, что когда-нибудь откроются эти двери, и за ними появится новый свет. Но если это не так, то ни в чем смысла нет.
включать фингал, не парить в высоте, не соблазна бежать. Уж пора красоте заслужить и пожать все цветы наяву, все кошмары во сне. Для чего я живу? Напишите мне снег. Заслужить и пожать все цветы наяву, все кошмары во сне. Для чего я живу? Напишите мне снег. Напишите мне снег. Напишите мне снег. Хорошо с вами. Это первый такой день рождения на моей памяти. Классно. Ура! Спасибо большое вам. Спасибо! За подарки, за внимание.